Доброе утро, любители компьютерных видеоигр. Пожалуй, название таких компаний, как Walt Disney или Warner Bros., очень много скажет любителям мультфильмов, как, в принципе, название компании Electronic Arts или Acclaim скажет любителям компьютерных видеоигр. Что объединяет эти компании? Объединяет их сегодняшняя передача «Мир Дэнди», потому что, как вы догадались, речь сегодня пойдет о мультфильмах, реализованных на различных компьютерных приставках. И начнем мы с приставки Дэнди и всеми любимой игры Lion King. Как я хочу побыстрее стать королем. Игра на первый взгляд похожа на сеговскую и нинтендовскую версии. Совершенно верно. Те же уровни, тот же персонаж, даже приемы. Вы играете маленьким львенком, деретесь с беспощадными гиенами. Также становитесь большим львом, которым и проходите игру, победив Шрама. Это ваш враг. По графике игра максимально приближена к сеговской версии. Герои игры в точности копируют свои мультипликационные прототипы. Игра полностью соответствует сюжету мультфильма. Дэнди. Новая реальность. На днях наша съемочная группа посетила сервис-центр «Дом Дэнди». В результате переговоров достигнута договоренность, что теперь специалисты сервис-центра каждую передачу будут рассказывать вам о том, как избежать поломок, досадных недоразумений на приставках всех типов, а также на картриджах. Здравствуйте, вас приветствует сервис-центр «Дома Дэнди». Многие из вас обращаются к нам с одной и той же просьбой – отремонтировать картридж. Взглянув на него, мы убеждаемся, что поломка имеет чисто механический характер. Поэтому мы хотели бы дать вам несколько советов по поводу того, как этого избежать. Первый совет касается того, как правильно вставлять картридж. Его не нужно вставлять боком, не нужно вставлять какими-либо перекосами. Его надо просто ровно поставить и надавить легонько сверху. Также не пытайтесь ставить картридж задом наперед. Из этого ничего хорошего не получится. После того, как вы вставили картриджи, вы можете спокойно начинать свою игру. Также одной из распространенных причин поломки картриджа является то, что вы неправильно вынимаете его после игры. Делать это необходимо следующим образом. Запомните одно правило. Прежде чем вынимать картридж из приставки, вы должны ее сначала выключить, потому что вынимание картриджа при включенной приставке чревато сгоранием платы. Также, в избежание механической поломки, мы рекомендуем вам использовать специальное устройство, которое существует на приставочке Dendy для того, чтобы вынимать картридж. Мы надеемся, что наши рекомендации помогут вам избежать досадных недоразумений в будущем. А в следующей передаче мы вам расскажем о правилах подключения и эксплуатации приставки Sega Mega Drive 2. От 8-битных приставок мы сегодня перейдем к 16-битным. И как вы уже догадались, к Sega Mega Drive. Кто не знает эту парочку? Красноносого кота Сильвестра и канарейку Твити. В этой игре вы принимаете на себя роль личности из кошачьего семейства. Главная задача этой игры – догнать ненавистную канарейку. И чтобы это сделать, придется изощряться по-всякому. Составлять пирамиду из стульев. А если на дороге появляется бульдог, то вам придется или заманить его косточкой, вот так, или же принять более серьезные меры. Обязательно смотрите за опасностями на дороге. Это и электрические провода, ой, как больно. Ну и, конечно, игра полна юмора и приколов. И что действительно здорово, она увлекает с первых шагов и не дает отвлечься по мере прохождения ее. Too many
наверное, каждый из вас думал хоть раз, да. На чем делаются заставочки рубрики Help и Викторины. На чем? Они выходят из великолепного картриджа Mario Paint. Paint? С мышкой. Мышкой. А как? Как? Эти мультики получаются, вы сейчас увидите. О, хорошо. Для начала нужен хороший задний план. Например, такой. А потом уже начинаем рисовать мультик. Sega — это 16-битная приставка. Но есть еще более мощный 16-битный агрегат. Вот именно, Super Nintendo. Конечно, если говорить о мультяшках, то Super Nintendo здесь выкладывается на полную мощность. Но эта игра особо не блещет графикой, но по задумке превосходит все остальные. Называется игра «Команда Гуфи». Уверен, что многим знаком этот мультик. Гуфи со своим сыном Максом оказывается на острове, который захватили пираты. Играть можно как Гуфи, так и Максом, а можно и вдвоем с другом. Чтобы дойти до последнего уровня пиратского корабля, надо пройти весь остров. В пути вам придется решать логические задачи. Я бы даже сказал, вся игра – логическая задача. Куда перебросить тот или иной ящик, куда сходить за этим, чтобы отнести туда, ну и, конечно, остров не без врагов. Пираты, их надо уничтожать бочками, горшками, камнями, в общем, всем, что попадется в руки. Чтобы играть в такую игру, надо напрягать голову, и я с удовольствием играл в нее, нежели в какую-нибудь другую бродилку. А сейчас традиционная рубрика Help. Сегодня не будет секретов ни на Денди, ни на Сеге. Они будут только на Super Nintendo и только для игры Batman Forever. Сегодня вы узнаете суперудары качка с бензопилой. Пила. Держать вниз и три раза Y. Бомба. Вперед вниз X. Сверло. Держать вниз два раза Б. На пиле. Вниз, назад, Y. Удар двумя руками. Вперед, вперед, А. И стрельба пилой, назад, вперед, Б. Space Ace, defender of justice, truth, and the planet Earth. Ace is being attacked by the evil Commander Borg. Hold your fire! Who is that creep? Borg! А это уже 32-разрядная телеприставка Panasonic 3DO. И уже настоящий мультфильм, участником которого вы становитесь. Space Ace, космический ас. Прекрасная мультипликационная игра. Чтобы играть в нее, надо иметь недюжее терпение, реакцию и чувство ритма. Если вы все-таки обладаете этим, эта игра для вас. А что касается меня, то самым гиблым местом оказался для меня выступ в скале. Вы сейчас увидите, как это произошло. There's four ship. Close main bank. А сейчас начинается викторина. Все-таки я повторю правила. Что нужно? Указывать номер игры и записывать, что это за игра и на какой она приставке. Если вы поняли, тогда я начинаю. Thank you.
И в завершение хотелось бы вам напомнить, что вы можете написать нам по адресу 236-00, город Калининград, улица Кирова, 7, дом офицеров, кабинет 102, телеканал «Премьер», программа «Мир Дэнди». Пишите, если вы хотите что-то узнать новенькое или просто что-то нам пожелать, мы будем рады вашим письмам.